Гимн привет, дорогой друг, с тобой, как всегда, Владимир Ефимов. Я иллюзионист, эстрадный гипнотизер, ведущий двух сезонов телешоу «Звезды под гипнозом». Буквально недавно на своем канале я выложил видео об осознанных сновидениях. Оно оказалось настолько эффективным и мощным, что десятки тысяч людей смогли ощутить на себе этот невероятный феномен осознанного сновидения с первого раза. Ссылочка на это видео в описании. Кто-то из вас к этому видео написал комментарий и попросил, чтобы записал сеанс о настоящей регрессии в прошлую жизнь. Если ты хочешь прямо сейчас погрузиться в свою прошлую жизнь, проследовать по геному памяти, в свои прошлые перевоплощения, хотя нет, вы должны понимать, что такие объяснения, как чаще всего, предоставляет эзотерики. Я к этому отношусь как к некому ложному воспоминанию. Это всего лишь работа вашего воображения, и что выдаст вам ваше бессознательное, я понятия не имею. Но если ты хочешь погрузиться в этот невероятный мир подсознания, занимай удобнее положение. Ну а мы начинаем. Погнали! Каждому из вас будет небольшая просьба. Обязательно напишите в комментарии, в какие перевоплощения вы перенеслись, какие ощущения вы испытали. Мне это безумно интересно. Пишите по 2, по 3, по 4 комментария, чтобы это видео тоже было самым первым. Ну и самое главное. Если у вас есть какие-то психические расстройства, не смотрите это видео. Не смотрите это видео в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ну а прямо сейчас нажмите видео на паузу и займите удобное положение. Идеально, если вы ляжете на кровать, на диван, подложите себе что-то под голову, либо просто сядьте удобно в кресле. Очень хорошо. Я уверен, что вы уже заняли удобное положение. И ваша задача прямо сейчас – позволить себе максимально расслабиться. Просто расслабьтесь, ни о чем не задумываясь. Просто слушайте мой голос и следуйте по потоку расслабления, который возникает в вашем теле сам по себе. Очень хорошо. Прямо сейчас, если вы закрыли глаза, откройте. Откройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Глаза закройте и удвойте расслабление. Одновременно вы слышите шум ветра, слышите пение птиц, но позволяете этим звукам оказывать на вас исключительно успокаивающее и расслабляющее действие. Просто расслабьтесь, следуя по потоку спокойствия и расслабления. Очень хорошо. Ну а прямо сейчас сожмите руки в кулаки со всей силы. И сожмите кулаки как можно сильнее. Одновременно напрягите каждую мышцу в своем теле. Почувствуйте, как напрягаются плечи. Почувствуйте, как напрягаются ваши руки, как напрягаются грудные мышцы. Мышцы спины, ног. Напрягайте максимально все свое тело. И расслабляйте. Расслабляйте. И заметьте, насколько сильно это расслабление. Расслабьте каждую свою мышцу. Пускай все ваше тело просто обмякнет. От головы до кончиков ваших пальцев рук и ног. Очень хорошо. А прямо сейчас делаем упражнение, чтобы утроить то расслабление, которое есть прямо сейчас. Когда я щелкну пальцами, вы сделаете глубокий вдох, откроете глаза. Когда я щелкну пальцами второй раз, вы сделаете выдох, расслабитесь, глаза закроете и утроите то расслабление. Очень хорошо. Итак, глубокий вдох. Задержали дыхание. Почувствуйте, как этот воздух распирает ваши грудь. Выдох. Выдыхаете, глаза закрываете и расслабляетесь в два раза больше и в два раза глубже. Замечая, насколько спокойно, комфортно и расслабленно вы можете себя ощущать. Двигайтесь по потоку этому расслабления. Становясь этим расслаблением, пропускайте это расслабление по всему своему телу. Независимо от тех слов, которые я вам сейчас говорю, независимо от тех звуков, которые вы слышите, вы просто расслабляетесь. Позвольте себе просто расслабиться. Очень хорошо. В данный момент просто почувствуйте, насколько расслаблены ваши ноги. Расслабьте
пальцы ваших ног. Почувствуйте расслабление ваших пальцев. Почувствуйте как-то расслабление. Начинает медленно подниматься по вашим ногам. Почувствуйте, как расслабляется правая нога, как расслабляется левая нога, как расслабляются ваши бедра. Очень хорошо. Почувствуйте, как расслабляются мышцы вашего живота. Почувствуйте, как расслабляются мышцы спины. Расслабляются плечи. Расслабляется бицепс. Расслабляются локти. Расслабляются ваши запястья. Расслабляется ваша шея. И прямо сейчас заметьте, насколько расслаблены ваши веки. Я щелкну пальцы, и ваши веки расслабятся в два раза больше. Щелкну пальцами еще раз, и они расслабятся еще сильнее. Ощутите свои веки. Почувствуйте, насколько они расслаблены. Заметьте, что насколько сильно расслаблены ваши веки, настолько же сильно расслаблено все ваше тело. Позвольте расслабить свои веки до такой степени, чтобы они перестали работать. И одновременно, как вы расслабляете свои веки, позвольте точно так же расслабиться всему своему телу. От головы до кончиков пальцев рук и ног. Очень хорошо. Прикладывая ноль усилий к управлению своим телом, прикладывая ноль усилий к управлению своими мыслями. Просто расслабьтесь. Погрузитесь в это приятное, комфортное состояние. Все дальше и глубже. Очень хорошо. И заметьте, что ваши веки расслабились до такой степени, что перестали работать. Словно вы тянете их вверх, они не работают. Тело полностью расслабилось и точно так же не работает. Чем сильнее пытаетесь шевелить руками, тем больше не расслабляется. Позвольте, чтобы это произошло. Словно вы прикладываете максимум усилия, чтобы пошевелить правой, левой ногой. Они расслабляются еще больше. Точно так же ваши веки. Чем сильнее тянете их вверх, тем больше они расслабились. Чем больше они продолжают расслабляться. Очень хорошо. Это расслабление своих век перенесите на макушку головы. Когда я щелкну пальцами, начинайте пропускать это расслабление внутрь и вглубь по всему своему телу. Заметьте, как расслабляется ваш разум. Ваше бессознательное начинает работать само по себе. Ничего не делайте, ни о чем не думайте. Вы можете просто слушать мой голос и ничего не предпринимать. Все будет работать само по себе. Это расслабление спускается по шее. Расслабляются ваши плечи. Расслабляются руки. Мышцы спины. Мышцы живота расслабляются. Расслабление пробегает по вашим ногам и выходит через кончики пальцев ваших ног. Просто представьте, что ваше тело просто расслабляется, словно расплывается, как кусок сливочного масла на солнце. Просто обмякните и погрузитесь в это состояние. Очень хорошо. Все дальше, глубже и глубже. И прямо сейчас сконцентрируйтесь на каком-то приятном, радостном чувстве, чувстве счастья, позитива внутри вас. Угу. Почувствуйте это чувство. Почувствуйте, представьте хотя бы, какой оно формы, какого цвета. Очень хорошо. Теперь входите, ныряйте в это чувство, двигайтесь по нему, как по потоку времени, обнаруживая более раннего себя, замечая, что это чувство утягивает на вас назад, тянет за собой все дальше и глубже. На 10 лет назад, когда щелкну пальцами,
у вас в голове всплывет некое воспоминание, связанное с этим чувством 10 лет назад. Вы там. Окажитесь в этом воспоминании. Это воспоминание всплывает само по себе. Если вы визуалы, вы начинаете видеть картину, которая происходит перед вами. Если вы не визуал, просто представляйте, что там происходит. Это воспоминание всплывает в вашем бессознательном все ярче. Наблюдайте себя там. С кем рядом вы находитесь. Очень хорошо. Когда щелкну пальцами, вы перенесетесь еще в более раннее воспоминание, связанное с этим чувством. Назад, вглубь, еще дальше. Оказывайтесь в этом состоянии, оказывайтесь в этом воспоминании. Это воспоминание начинает рисовать образы, начинает рисовать процесс, который происходит вокруг вас. Угу. Посмотрите, где вы находитесь. Один ли вы, либо рядом еще кто-то есть. Чем вы там занимаетесь? Как выглядите? Угу. Посмотрите свои руки, свои ноги, что на вас одето. Я дам вам буквально несколько мгновений, чтобы осознать это чувство, это воспоминание. Очень хорошо. Угу. Ну а прямо сейчас я щелкну пальцами, и вы перенесетесь назад на 200, 300, 500, может быть, 1000 лет назад, в свое прошлое перевоплощение, туда, кем вы были раньше, многие, сотни лет назад, тысячи лет назад. У каждого всплывет что-то свое. Все посторонние мысли исчезают, это чувство остается. Это чувство тянет назад за собой вглубь, в глубину вашего бессознательного. Бессознательно всплывают эти воспоминания. И когда я щелкну пальцами, окажетесь в этом воспоминании. 3, 2, 1, 0. Вы там. Оказывайтесь там. В своем прошлом перевоплощении. И начинайте понимать, где вы оказываетесь. Посмотрите, что происходит вокруг вас. Угу. Посмотрите на свои руки. Посмотрите на свои ноги. Посмотрите, во что вы одеты. Прямо сейчас я щелкну пальцами. Начнете понимать, как вас там зовут. Это имя всплывет само по себе. Угу. Вы можете начать взаимодействовать с людьми, которые вокруг вас. Обратите внимание на природу, которая вокруг вас. Где вы находитесь? На природе или в каком-то оживленном месте? С каждым щелчком картина будет все более ясной и четкой. Начинайте осознавать себя там и тогда. Очень хорошо. Эти воспоминания всплывают сами по себе. Очень хорошо. Ну а все шумы и звуки, которые вы слышите, просто позволяет вам погрузиться в это воспоминание, прожить его невероятно ярко. Просто оставайтесь в этом своем воспоминании. Очень хорошо. Просто находитесь там. Получайте новый, приятный, положительный для себя опыт. Очень хорошо. Угу. Ну, а прямо сейчас я хлопну в ладоши. И вы перенесетесь назад в свое еще более раннее, еще в более прошлое перевоплощение. И окажетесь там. Оказавшись там, проделайте все то же самое, что вы делали прямо сейчас. 3, 2, 1, 0. Вы там. Вы там и тогда.
вновь оказавшись в этом своем более раннем перевоплощении, посмотрите, что происходит. Что происходит вокруг вас? Где вы оказываетесь? Как вас там зовут? Сколько вам лет? Там тогда ты один или кто-то еще рядом есть? Заведи разговор с этим человеком. Пообщайся с ним. Очень хорошо. И прямо сейчас, находясь там, ты замечаешь, насколько здорово и классно ты можешь себя там ощущать. Просто заметь, что ты там и тогда можешь чему-то научиться, исправить ошибки, которые будут происходить в дальнейшем в твоей жизни, чтобы вернуться в жизнь реальную, в свое реальное воспоминание, начать жить по-новому, с новым для себя опытом. Отлично. Очень хорошо. Прямо сейчас я хлопну в ладоши, ты просто расслабишься и перенесешься вновь в то место, где мы начинали все это погружение. Окажешься в полном спокойствии, в полном расслаблении. Один, два, три. Глаза закрыты, но ты полностью расслаблен от головы до кончиков пальцев рук и ног. Тебе хорошо, комфортно, расслаблено. Заметь, насколько приятно ты себя ощущаешь. Заметь, какие приятные эмоции ты смог получить. Эти эмоции ты забирай с собой в свою реальную жизнь. Для того, чтобы пользоваться ими. И заметь, насколько здорово и комфортно ты себя ощущаешь прямо сейчас. Я начну медленно считать от 1 до 5. Когда скажу 5, глаза откроются, и ты вернешься в свое обычное состояние. Очень хорошо. Вернешься отдохнувшим, полным сил, полным энергии. Будет приятное ощущение, что ты невероятно выспался. 1. Чувство бодрости, энергии пробегает по всему телу. 2. Почувствуй, как энергия зарождается внутри тебя, где-то в груди, пробегает по всему телу. Почувствуй, возможно, приятное покалывание в кончиках пальцев рук и ног. 3. Сделай глубокий вдох и выдох. Очень хорошо. Одновременно вместе со своим вдохом забираешь какую-то тяжесть, а с выдохом ее отпускаешь и наполняешь тело легкостью и безмятежностью. 4. Ты находишься здесь сейчас. Слышь мой голос. И 5. Глаза открываешь, возвращаешься в свое обычное состояние. Замечая, что ты получил новый приятный, положительный для себя опыт. И самое главное, напиши в комментариях, где ты сейчас был. Подпишись на канал, если ты не подписан. Нажимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И самое главное, понимай, что все, что здесь происходило, это всего лишь некий аттракцион. Некие американские горки, только американские горки с твоим воображением. Ну а с тобой был Владимир Ефимов, проводник в твоей прошлой жизни. До встречи! Пока! Делай, сходи, проверь. Там либо волк, либо какой-то нафиг медведь.